вас в школе Альфа в городе Дюссельдорфе. Мы живем в Германии и очень хотим, чтобы наши дети помнили о своих традициях. Мы все выходцы из России и очень хотим, чтобы ребята сегодня на нашем русском празднике почувствовали традиции своей родины. Сегодня мы проводим для ребят праздник «Русская ярмарка». И для этого мы приготовили для ребят уголочек русской избы. Мы так и назвали эту комнату «Русская изба». Мы приготовили здесь предметы традиционных народных промыслов, хохлома, гжель, дымковская игрушка. Мы приготовили для ребят старинный сбитень, напиток из меда, мяты и клубники. Наши ребята сегодня будут угощаться из традиционной русской печки. Кашей из горшочка. И будут кушать эту кашу настоящими деревянными ложками. Мы очень хотим, чтобы все наши ученики, а их у нас немало, их у нас больше 200 человек, мы хотим, чтобы они с удовольствием приходили в нашу школу, чтобы они не забывали о своих корнях, чтобы они помнили о наших русских традициях, и поэтому мы всех ребят сегодня, завтра и всегда ждем в нашей школе.